только камера выключится, то сразу будет. Да, значит так. Ну, спасибо. Где пакет? Там. Мой пакет. Тот пакет, который вы мне давали, там, в машине. Так что, я его обратно домой повезу? Да, конечно, нет. Но я у вас зонтик забыл. А, дома? Ну, конечно. У меня еще встреча после этого. Тут переговоры у меня. Так я только заберу зонтик, поеду. Где ты берешь? У вас дома. Дома? Так мне придется ждать. Мы здесь, я здесь буду сидеть. Да ничего страшного. Я пока. Чаю попью. Оля, работаем. А мы бы у вас хотели спросить, на ваш взгляд, кто герой нашего времени? Не вижу героя. Спасибо, тоже. Времени героев нету. Ну не могу найти критерии героев. Понимаете? Мне 60 лет. Там побыли герои. Вы думали, что я скажу Путин? Нет. Компания «Слово за нами», я пойду на камеру, скажите, пожалуйста. Компания «Слово за нами», я пойду на камеру. Какая же «Слово за нами»? Как называется компания «Слово за нами»? Я не понял. Не знаю, ну понятно, хорошо. Он где? Давай. Хорошо, спасибо. Следующий. Вот другой день, который входит. Вперед. Кто следующий? Я. Давай. Вот он, я не знаю, говорит. Володя, работай. Да. А был болотная пуша, это далеко от Полоса? Болотная пуша, там фотовыставка. Далеко от Полоса, да? Да. А вы откуда? Так вот, Британию. Вы обидели? Да. Ну, комнат имеет 2 часа, да? Есть на вопрос про вас. Кому вы считаете героем нашего времени? Ой! Такие вопросы. Это очень звезды, что так сказать. Герой здесь и собак. Робин Гуд. Ну, может быть, да, может быть, но. Нашего времени. Да, нашего времени. Но, ну, я думаю, если это не только одна особа, а там больше или одна особа. Здесь будет кто там, в одной стороне будет еще кто. А ваш кто герой? Я думаю, что людей, ну, как мы все, что хочется там изменить, скажут, что это нельзя, не может так делать, потому что нужно выпало легче. Вот для меня так и говорят. А к Олдингтону как вы относитесь? Right, Олдингтон. Ну, как я и сказала, но может быть герой, да, кроме там, да. Ну, роман герой. Да, да.
Thanks. Так, дальше. Как вы считаете, кого можно назвать героем нашего времени? Героем нашего времени? Да. Возможно, президентом. Президент, а почему вы это сейчас подобное выводы? Достаточно яркая личность и интересный человек. Вы все так считаете? Ну, это не рождение. Да? Я не знала. Я тоже спасибо не знала. Большое за ответ. Я вам сказал, привет. Так, пошли. Вон, жить. Он женщина идет, Добрый день. Это компания «Дом журналистов». Дом журналистов. Называется «Дом». Тихо. Добрый день. Телекомпания «Дом журналистики». Скажите, пожалуйста, кого вы считаете героем нашего времени? Не знаю. Все-таки порядочного человека. Есть еще один порядок. Давай я. Я хочу спросить, а у вот, ориентир на желтый музыка. Павел. Нет, это не я так зовут. Дед Мария. Да, но только не все. Ой, вы, пожалуйста. Один мы вопрос. Мы просто идем по улице. Здравствуйте. Вот мы там Павел. Это компания «Слово звона». Здравствуйте. Компания Он здоровый, иди сзади, иди. Я его разворачиваю. Здравствуйте, я телекомпания «Слово». Можно взять вам пару? Да. Рано, знаете. Ничего. Здравствуйте, телекомпания «Слово». Можно взять вам пару вопросов? Пару, да. Какая компания? Это телекомпания «Слово за нами». Не слышал, но, наверное, слышал. Все молодые журналисты. У меня такой вопрос. Да. Кого вы считаете героем нашего времени? Какое это наше время? Ваше время или наше время? Нашего времени. Сейчас какое? Мне трудно выяснить. Я человек очень пожилой, и поэтому мне трудно оценить ваши... Понимаешь, тем более мы живем в другом мире совершенно. Понимаешь, я еще выражение советских времен, сталинских еще. А есть у вас какие-то вот критерии, Порядочность, честность, патриотизм. Потому что абсолютно хороших и абсолютно плохих людей не бывает. У каждого человека есть положительные и отрицательные стороны. Даже у так как не таких считается отрицательными героями, как Сталин, Гитлер. Девчонки! Положительные стороны. Я думала, там таран. Спасибо большое. Очень люблю. Кто следующий? Я. А как вы относитесь к Катарикам за рефлей? Всему стыду не знаю такого. Спасибо. Он кам. Чувак. Не обращай внимания. Он такого ничего не принял. Меня зовут Женя. А как?
А кого считаете себя героем нашего? Кого вы считаете героем нашего времени? Ой, это же не ко мне, не к моему вот. Потом мы, пожалуйста. Представьте, пожалуйста. Кабиров, Валерий Мамонов. Можно задать вопрос? Кого вы считаете героем нашего времени? Герой нашего времени? Вообще вопрос неоднозначный и не очень легкий. Сегодня очень много героев нашего времени. Очень много героев. Те, которые делают полезные дела для нашего государства, для нашего времени. И те, которые в свое время хапнули и удрали. Это тоже герои своего времени. Поэтому однозначно не скажут, что герои. Много. Но есть положительные герои, есть отрицательные. Представьтесь, пожалуйста. А я уже представил. Да? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Так, кто? Я. Просто удовольствие. Компания «Комбанай» и «Комбанай». Скажите, кого вы считаете героем нашего времени? Доктора, я считаю, так как я сама доктор, то, конечно. Но героев вообще нет. Здесь героев нет здесь. А мы я хотела бы узнать, что кем вы считаете героем нашего времени? Кого? Ну да, кого. Простите, если какие-то лично не знаю, кого назвать. Ну, к примеру, как вы думаете, какие-то...